Здравствуйте! Приветствую всех тех, кто заглянул на мой канал «Умно и разумно». В современном мире большинство людей занимаются заботой о своем внешнем виде и своему здоровью. Особенный момент в уходе за кожей – это борьба с морщинками вокруг глаз. Существует множество косметических процедур для ухода за кожей лица. Но это дорогие процедуры. Самостоятельно делать маски для лица, и это очень бюджетно, и имеет потрясающий результат. Кожа вокруг глаз было трепетное отношение, так как признаком старения являются морщинки вокруг глаз. Чудодейственное средство, которое поможет вам сохранить кожу молодой и свежей, и без морщинок. Данное бюджетное средство из аптеки способно избавить надолго вас от морщин вокруг глаз. Нужно всего лишь мазать им на ночь перед сном, и на следующий день вас удивит чудесный результат. Вы заметите, как исчезли припухлости, разгладилась кожа. Вам потребуется всего лишь пойти в аптеку и приобрести касторовое масло. Цена на это масло очень низкая, а польза от него бесподобная. Если кожа вокруг глаз не увлажнена, то это грозит появлением морщин. Касторовое масло превосходно увлажняет и питает кожу. Данную маску не рекомендуется делать тем, у кого есть проблемы с отеками, так как масло это покрывает кожу пленкой. Маски из масел нужно наносить на область вокруг глаз, желательно тонким слоем. Даю вам состав маски для кожи вокруг глаз. Масло касторовое, 1 десертная ложка. Раствор масляны, витамина Е, 4-5 капель. Желательно используется аптечное масло витамина Е для области вокруг глаз или витамин Е в капсулах. Действие витамина Е на кожу вокруг глаз не оставит вас разочарованными и равнодушными. Разгладятся морщины, а кожа примет здоровый вид. Сейчас о применении. Нужно смешать эти два масла и чуть подогреть до теплого состояния и нанести на область вокруг глаз. Нежными движениями вбить, а через 8-10 минут промокнуть салфеткой. После первого применения этой маски вы увидите значительное улучшение кожи вокруг глаз. Морщинки мелкие разгладятся, исчезнут припухлости и синячки. Ну, на этом у меня все. Будьте красивы и всегда молоды. Кому понравилось видео, делитесь с друзьями, родственниками, знакомыми. Ставьте лайки и, конечно же, подписывайтесь. Благодарю всех за внимание. Всем пока!